Мы тебя изолировали, чтобы допросить. Я задаю вопрос, и ты отвечаешь. За мир во всем мире. Как его зовут? Он уехал 4 года назад. И сказал, что никогда не вернется. Будущая элита города и страны. Да, молодежь сейчас слишком прогрессивна. И ты понимаешь, что у каждого что-то есть, за что можно ухватить. Провокация на грани. Я понимаю, что у нас все получится. У деток все есть. Детки хотят изменить мир. Потому что мир, который мы им даем, нужно менять! Ты мне нужен. Зачем? У нас есть все. Кроме лидера. Всегда интересно смотреть за крахом и тленом. Я тебя убью! Думаешь, с тобой будет по-другому? Он сделает с тобой то же самое.